А еще мы на этом турнире узнали, что чешская публика может тепло поддерживать не только хоккеистов, и что новые фигурные звездочки в этой стране могут очень даже здорово кататься. И нравится всем без исключения, а не только местным зрителям. Анна Душкова, Мартин Бидерш, чемпионы мира среди юниоров, совершенно восхитительно выступили на чемпионате Европы. И хочется, чтобы это пришествие было не разовым. Бамболео. Только бжезиновыми едиными живо чешское фигурное катание. Томаш Вернер по-прежнему прекрасен, пусть он уже и не является спортсменом, хотя пример Зоуи Джонс заразителен. Михал по-прежнему подучий, но очарователен до невозможности. Так есть же молодежь в Чехии. И какая? А также Мысливечкова Новак. А нет, они уже из Словакии. Бывает тулуп параллельный, а бывает не пересекающийся. Евклидова геометрия. Прекрасные чехи, просто прекрасные.